В финал вышли три дошколки, и страсти здесь кипели, как на Олимпийских играх, ведь на спортивной площадке собрались сильнейшие малыши города. Ну это так здорово, хорошо, охота победу, сила, мудрость, чтобы всегда быть первым, здоровым и сильным. Вместе с малышами победы желали и их родители, и не просто на скамье болельщиков, а сражаясь с другими мамами и папами. Я принял участие в спартакиаде, чтобы на своем примере показать ребенку, что надо заниматься спортом, чтобы вырасти сильным, крепким и здоровым. По результатам всех конкурсных этапов лидировал детский сад «Ладушка». Теперь эта команда малышей и родителей будет защищать честь Димитровграда на областном этапе спартакиады. Евгения Кривинская, Анжелика Боровинок, новости Димитровграда.